И к другим темам. В Раменском построят второй роддом. Такое решение принял в Риге губернатор Андрей Воробьев. А с медицинскими работниками встретилась заместитель председателя областного правительства Лидия Антонова и министр здравоохранения Подмосковья Нина Суслонова. Учитывая вот те пожелания, которые были высказаны жителями Раменского района, они были услышаны, и вот в бюджет 2013 года введена позиция, для позволяющая построить новый роддом на территории данного больничного комплекса. Также речь зашла о развитии современных медицинских технологий и подготовке квалифицированных специалистов. Их в регионе не хватает. Перинатальные технологии сегодня пришли в Московскую область. Безусловно, мы их развиваем, обучаем наших неонатологов. Это и мощное реанимационное отделение, это соответствующая медицинская техника. И самое главное, это кадровые обученные ресурсы.